Сколько вариантов использования обычной канцелярской скрепки вы знаете? Большинство людей придумают 10-15, а кто-то может предложить 200 вариантов. Подобным вопросом определяется гениальность мышления. Дети же гениальны от рождения. Это подтверждают различные исследования. Задача образовательных учреждений каждой ступени – помочь сохранить и развить эту гениальность, отметил на республиканской конференции работников образования министр образования Чувашии Владимир Иванов. Трактор, робот школьники собрали за несколько часов занятий. Этому их научили в кружке робототехники на машиностроительном факультете ЧГУ. Дети помладше учатся конструированию и программированию роботов вместе с папами по выходным в Национальной библиотеке. Такие занятия мотивируют на изучение физики, математики, информатики и астрономии, считают специалисты. У всех людей с рождения есть уникальная способность. Вот это надо зазубрить и, как правило, запомнить на всю жизнь. Во-вторых, с возрастом они проявляются все меньше и меньше, притупляются. Поэтому задача нашей школы – развивать эти способности, с учетом их возможностей, учитывая результаты медико-психологического, педагогического сопровождения. Мы так об этом много говорим, пора задуматься и действовать. Каждый третий рубль консолидированного бюджета республики в прошлом году был направлен на развитие системы образования. Это самая крупная статья бюджетных расходов. В последние годы система образования республики развивается особенно динамично. Выделены очень большие бюджетные средства на ее модернизацию. Вы все это ощущаете, это практически миллиарды рублей. Но миллиарды с миллиардами вы, золотой фонд, учительский коллектив, преподавательский коллектив всех учреждений образовательной сферы. Елена Бутина – одна из тех, кто входит в этот золотой фонд. Главная цель при подготовке к урокам – заинтересовать учеников, говорит педагог со стажем. Тогда уже школьник сам будет тянуться к новым знаниям. У меня школьники, например, когда у нас были начальные школы, проводили уроки для учеников вот, начальной школы. То есть рассказывали об астрономии, проводили игры на астрономические темы, опыты им показывали, детям очень нравится. Потом, когда они доходят уже к среднему звену, они уже мотивированы на изучение. Во-вторых, у нас есть действительно кружки по астрономии. Вот в этом году я ездила на астрошколу Казанского университета, летом школьника своего вывозила. На конференции наградили лучших работников образования и поздравили учреждения, которые получили гранты главы республики в размере 200 000 рублей. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.